Премьера нового спектакля «Безымянная звезда» прошла в Камчатском театре драмы и комедии 25 марта. Над художественным пространством постановки работал музейный сценограф Никита Сазонов, который стал лауреатом премии президента. Художник гармонично совмещает театральное искусство и музейное, и в двух этих сферах добился определенных высот. Моя основная профессия, первая, я художник-сценограф, и в музейное проектирование я пришел уже после этого. Мне кажется, что то совмещение, которое происходит в моей профессии, оно обогащает и одно, и другое, потому что что-то из театрального, из сценографического мира перетекает в мир экспозиции и, соответственно, наоборот. Мне нравятся такие эксперименты. Для меня очень важен процесс создания, процесс рождения, процесс придумывания. Это поистине величайшее удовольствие созидать. Если в театре Никита Сазонов работает над всеми спектаклями, то в музейном искусстве его главная аудитория – дети. По словам художника, в современном мире, когда большую часть времени все проводят за телефонами и компьютерами, нужно придумывать что-то максимально интересное и необычное, чтобы привлечь маленьких зрителей. Только через интерактив, только через тактильные ощущения, только через погружение в экспозицию, через игру можно привлечь, и самое главное – это расположить ребенка, расположить зрителя к постижению темы, которую в данной экспозиции мы демонстрируем. Один из таких примеров, который уже доказал о том, что он интересен и то, что он востребован, это детская экспозиция, расположенная в музее Куликова поля. Она уже существует более 5 лет и прекрасно себя совершенно зарекомендовала. Каждый год ее посещают десятки тысяч маленьких зрителей. В своих работах Никита Сазонов затрагивает многие темы, от истории до экологии. С помощью его экспозиции дети узнают что-то новое и интересное. Мы работаем с историческим материалом, с подлинными предметами, с фактами, с материальной культурой, нематериальным наследием. Все это нас и, в общем-то, направляет на различные способы решения, и в процессе обсуждения рождаются интересные новые решения, можно их назвать уникальными. Сейчас мы работаем в нескольких направлениях, в том числе достаточно любопытно это экологическая экспозиция. Мы работаем с парком, национальный парк Себежский, расположенный в Псковской области, где придумываем, как же нам рассказывать про экологию, но языком понятным маленьким зрителям. Профессиональные заслуги Никиты Сазонова отметил и Владимир Путин. Музейный сценограф стал лауреатом премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2021 год. Соответствующий указ президента Российской Федерации опубликовали в пятницу 25 марта на официальном портале правовой информации. Это очень важный момент, и момент важен не только для меня, но, наверное, и для всего мира, назовем его тогда музейного мира, мира, который занимается выставочной деятельностью. Не обязательно только для маленьких зрителей, это безусловно важно, для коллег, потому что мы чаще всего, мы остаемся, условно говоря, да, в процессе создания. Дальше зритель уже встречается либо с созданным нами миром, не всегда знает своих героев. Поэтому я рассматриваю данную премию как высокую оценку работе музейных проектировщиков, музейных специалистов нашей страны. Но так получилось, что я их представляю. Коллектив «Масс-Медиа Ньюс» поздравляет Никиту Сазонова и желает как можно больше творческих идей и интересных проектов.